с пользой, познакомившись с нашими записями, которые мы вам привезли. Среди них вы найдете наш один из первых, точнее первый наш диск «Не отврати лица твоего», где записаны песнопения первой седмицы Великого Поста. Там вы найдете и те древние песнопения, которые мы пели в начале первого отделения. Он называется «Не отврати лица твоего». Этот диск выпущен в 4 странах Европы. Далее среди них есть также второй наш диск, который мы записали, в который мы включили песнопение из репертуара великого архидиакона Константина Розова. Это известнейший русский архидиакон, который пел знаменитые произведения для баса и хора. «Молитву пролью Господу» называется этот диск, он выпущен в Америке и в Австралии. Затем мы предлагаем вашему вниманию диски «Музыка русской души», в которой мы включили старинные романсы, вальсы и музыку русской эмиграции. Среди богослужебных дисков также еще мы предлагаем вашему вниманию диск «Антифоны Страстной Пятницы». Это оригинальный диск, который вы, в общем-то, больше нигде не найдете, потому что единственным исполнителем данных антифонов является наш коллектив. Это антифоны из древней рукописи конца 15 века Супрасовской лавры. Премьера полных антифонов прошла в этом году в зале Чайковского в Москве. Мы представили эту программу как монастырское служение. Вот. И это оригинальные антифоны, они записаны на диске «Антифоны Страстной Пятницы». Этот диск мы предлагаем впервые нашим слушателям. Затем из дисков также мы предлагаем вашему вниманию диск русских народных песен, который называется «Концерт 1 сентября», который мы давали для глав мировых, для глав посольств мировых государств. Затем диск «Музыка, овеянная славой», в который мы включили казачьи песни, а также песни из времен 1812, 1904, 1914 годов гражданской войны и любимые песни ветеранов Великой Отечественной войны. И еще один диск мы предлагаем вашему вниманию, это «Библия для детей». Хороший подарок для всей семьи. Диск состоит из двух частей, Ветхий и Новый Завет. В обеих частях этого диска музыкальным сопровождением служит музыка великих композиторов Чайковского, Рахманинова, Баха, Брамса, Брукнера. А также вы услышите в Ветхом Завете армянский дудук и греческое пение. А в Новом Завете многие рассказы Библии сопровождает наш коллектив, праздничный хор Данилова монастыря. Рассказы рассказывает простым языком, доступным каждому маленькому ребенку и интересным взрослому, заслуженная артистка России Наталья Филиппова. Вот эти записи мы предлагаем вашему вниманию и ждем вас в этом замечательном зале через 15 минут во втором отделении. Спасибо.